встречали моего товарища, который ходит на двух ногах и может снять с себя шкуру. У него на щеках не растет шерсть, и нос не черный, а розовый. Он мальчик. Я ищу его, ищу, а мне попадаются одни тюлени и ни одного мальчика. Умка, не отставай. А что там за красный, синий и зеленый мох? Это не мох, это северное сияние. А с чем его едят? Его не едят, им любуются. Не хочу любоваться, хочу есть. Поймай мне рыбу. Где же я тебя поймаю, если кругом льды? Подожди, вот дойдем до края ледяного поля. Пойдем, пойдем, пойдем. Умка, подожди. Умка, не спеши. Мама, горит что-то. Где горит? Вон там. Ёлка. А с чем ее едят? Ее не едят, ей любуются. О! Ёлка — это такая большая зеленая сосулька, которую люди украшают игрушками, блестящими шариками, разноцветными огоньками. Хочу зеленую сосульку! Стой! Там же люди! Там люди! Значит, там мой товарищ! Ура! Снег скрипит под жесткими ступнями и хватает вьюга за бочок. Елочка сигналит мне огнями новогодний маячок. Что за чудо-чудо, елка-маячок? Кто зажег мне елочку такую, не иначе как хороший друг. Не боюсь я стужу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо-чудо, огоньки вокруг? Только народу, а моего товарища нет. Пойду поищу в другом доме. Кто тут? Thank you.
Что за безобразие? Пойдите поспите, объявляю выговор, объявляю выговор, объявляю. Умка, Умка, где ты? Умка? Делся этот несносный ребенок. Умка, куда же ты летишь? Я вернусь, мама, найду товарища и вернусь.